Сегодня мы расскажем вам о составе и видах акриловых красок Golden, о том, чем они отличаются и когда лучше использовать ту или иную серию. Все серии красок Golden могут комбинироваться друг с другом, хорошо смешиваются и в основном взаимозаменяемы. Начнем с серии Heavy Body Acrylics. Это высокопигментированная профессиональная краска с исключительно мягкой консистенцией. Образует объемный красочный слой на поверхности холста. Слой очень эластичен и не трескается при сворачивании холста в рулон. Следующая популярная группа акриловых красок – Fluid Acrylics, создана как альтернатива акварели для заливок и капель. Поэтому серия продается в тубах с небольшим отверстием в крышке. Часто думают, что Fluid Acryl – это разбавленная краска Heavy Body. Но это не так. Преимущество Fluid Acryl в том, что его можно использовать для отрисовки мелких деталей. Также он хорошо подходит для использования в аэрографах. Краски Fluid Acrylics отлично смешиваются с гелями и пастами, образуя краску нужной консистенции. Акриловые краски Open Acrylics значительно отличаются от Heavy Body и Fluid Acrylics. Open Acrylics – это медленно сохнущая краска, некий аналог масла. Она дает художнику больше времени для работы, прежде чем образует эластичную пленку. Вязкость Open акрила не такая высокая, как у Heavy Body, но больше, чем у жидкого акрила. Еще одно отличное свойство Open Acrylics – это то, что ее можно отмыть просто водой с мылом, не используя растворители. Смешивая Open акрил с Heavy Body или жидким акрилом, вы получаете не только новые оттенки и фактуры, но и можете регулировать время высыхания краски на холсте или палитре. Нужно иметь в виду, что толстые слои Open Acrylics высыхают очень долго, поэтому для подмалевка и эскизов мы рекомендуем Heavy Body или Fluid Acrylics. Следующая группа красок – Airbrush Acrylics – представляет ряд прозрачных и непрозрачных красок. Вязкость красок Airbrush Acrylics очень низкая. Если Fluid Acrylics имеет консистенцию слива, то краски Airbrush жидкие, как вода. Концентрация пигмента в этих красках не такая насыщенная, но цвета все равно очень хороши. В составе Airbrush Acrylics содержатся добавки, задерживающие высыхание, и специальный агент, который обеспечивает хорошую текучесть краски. Поэтому она легко и плавно растекается по поверхности. Это можно использовать для создания действительно классных, интересных эффектов. Благодаря своей жидкой консистенции эти краски можно использовать как чернила для распылителя, рапидографа, перьевой ручки, заправляемого маркера или кисточки. Служба поддержки передвижника готова ответить на ваши вопросы по данному материалу.